самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом.